Кто-то катается на качелях, кто-то бесстрашный. Какой-то ребенок. Посмотрим там на машинке. Без тебя словно во сне горю я, без тебя словно в огне. Весточку мне хоть строчечку мне напиши. Ясный мой свет, ты напиши мне. Слезою дождя на мокром огне. Ясный мой свет. Оп, катается на качельках. Весенним лучом на бедной стене. Ясный мой свет, ты напиши мне. Слезою дождя на мокром огне. Ясный мой свет, ты напиши мне. Ну что, красиво, все нарядно. Все очень нарядно и празднично. Ни о чем пытать не буду, ни в бригаде катерога, лишь один из вопросов вам, ты созвездие. Но и все-таки ответь мне, почему всегда одна ты бродишь у него? Чья здесь вина, может, пойму, ты мне ответь. Вечно одна, и почему мне твой не петь? Чья здесь вина, может, пойму, площадка для детей, но она пустая. Надо танцевать, иначе тут замерзнешь. Очень холодно. Таких морозов давно не было. Честно. Камеру включаю, выключаю носом, потому что очень холодно в руках держать телефон без перчаток. Елочка красавица. На площади очень красиво. Иллюминация, конечно, здоровская. Знаете, как я придумала включать и выключать камеру носом? Без перчаток просто нереально находиться, поэтому я включаю и выключаю носом. Кстати, это удобно. Лайфхак. Ловите лайфхак. Белый метелица, говорит, что не